Дорогой Владимир, в этом светлом ясном прекрасном дне вы награждаетесь медалью Александра Невского, великого воина, великого крестьянина, великого деятеля русской истории, память которого хранится в нашем сознании и носит этот закон, память победителя Александра Невского. Хочется вас поздравить. Эта награда, которая является символической, воскрепляет особый смысл, особый божественный замысел, который так или иначе коснулся вашей жизни, вашей судьбы и вашего служения. Многое вам вредно, как было для этого не спала и не весело. Ваше высокое преосвященство, дорогой Владимир митрополит, глава Крымской митрополии, отец Крымского монашества. Дорогой Владыка, сегодня поистине вся полнота Крымской земли, духовенство, верующие, радуются и благодарят Бога за Его великий промысел. 30 лет назад Господь поставил вас в своей власти руководить Крымской и Сикаровской епархией. Когда вы пришли на Крымскую землю, здесь было несколько храмов и, к сожалению, ни одного монастыря. А Святой Крым, Великий Крым, древние святыни были все поруганы и закрыты. И вот Владыка сегодня торжествует 30-летие. Мы констатируем факт истории. Более 18 монастырей, более 600 храмов, 3 епархии, глава Крымской митрополии. Но физические здания, которые вы построили великое множество, открыли Таврическую духовную семинарию, вашими трудами были книгу святые причислены наши покровители Крымской земли, святые Лука, Владимир Синецкий, святые Григорий и Карпов, и многие новоучники и смотрители Крымской земли. Но Владыка, в этих зданиях в течение 30 лет в каждом монастыре и храме проходит богослужение, просвещается на волю Божией, люди приходят к Богу. За эти 30 лет вы к Богу привели великое количество людей, пасты свои. Сегодня мы полнотой всей церкви молим Господа, чтобы Господь утвердил вас в здравии и дал вам и далее возглавлять святую Крымскую землю, Крымскую Митрополию. Искренне сынов и с любовью примите все цветы, знак нашей любви и благодарности. Спалайте до сих пор. Дорогой митрополит, Сикаровский и Крымский власть, в течение 10 лет вы приносили каждый месяц, каждый день, каждый час, дорогой Христа, свои труды, свои молитвы и свои сердечные тайны и явные поношения. Если что Петр Христов стал драгоценным камнем нашей истории, крымской жизни, нашей повседневности и того, что останется вечности. Все, что принимает Бог, стало вечным, благодатным, спасителем. Все, что благословит Господь, все приумножается и становится спасителем для окружающих. Недаром люди свидетели о Златорус говорит, отдай свое малое человеческое и прими великое божественное. Когда-то давно на заре туманной юности вы отдали свое человеческое монастырь, принял монашество, принял Иго Христова. И все это умножилось 100 крат, а точнее 1000 крат. Вы поступили по евангельской причине свою жизнь, свое сердце, свой талант трудовой Господь Иисус Христос отдали Христу и приумножили Его во множество раз. И сейчас, по прошествии 10 лет пребывания у вас в Крымской Капле, мы видим это умножение и хлебов, и милости Божьей, и спасенных душ, и той славы Божьей, которая пребывает в сердца всех верных, живущих на этом полуострове. Это великая награда, великое утешение, великая радость, потому что дает нам представление о ином качестве бытия, а иначе возможно, что здесь и сейчас можем прикоснуться к вечности, здесь
прикоснуться к Творцу по свету и мужу стать прозрачным Святым Христовым. Это подвиг, это решимость, это милость Божия и дар Божий, который ваше сердце приняло. И теперь мы видим ваш пример, поддержаем и советуем, и изучаем все, что было в течение этих долгих и в то же время быстро прошедших десятилетий. Желаю вам многих лет, желаю вам радости, желаю вам милости и любви Христовой, которая исполнила ваше сердце, чтобы она исполнила вашу жизнь и сделала вас. Да. Милости Божьей благодаря, крепости, радости, возрасте и утешении от Господа нашего Иисуса Христа. Много лет. Сердечно благодарю вас за теплые слова поздравления с юбилеем, за духовное утешение, полученное в совместной молитве. Все свои переживания и чувства в этот день мне хочется выразить словами псалмопевца. Как хорошо и как приятно жить братья вместе. 132-й псалом, 1 стих. Да сподобит Господь наше совершать служение, Его славу на благость на той церкви и народа Божия, который с верой и упованием наполняет православные храмы и являет пример горячей веры Христовой. Молитвенно желаю, чтобы милосердный Господь, старицею воздав всем вам своими обильными благодеяниями, да укрепит вас Господь всемогущий десницей во всех благих делах и начинаниях на многое и благое лето. Спасибо. Oh,